следующем году там, в общем-то, еще идет вот доукомплектация. Но мы уже исходим из того, что 1+1. Работаем, никакой трагедии. У нас великолепный подбор спортсменов. Сегодня в топ на медали претендует порядка 6 человек. И это в основном, кроме Арямнова и Стрельцова, это спортсмены 20-21 год. И Лаптев, и Зизюлин, и Тихонцов, значит, Шаренков. То есть уже сейчас люди, которые претендуют на медали. А представляете, 20-летние через 4 года, какие будут в Париже. Поэтому мы уже целенаправленно готовимся к Парижу и берем задачу 3 олимпийские медали в Париже. У нас все настолько отлажено, у нас в команде великолепный психолог, великолепная КНГ, врачи, массажисты. То есть успех тяжелой атлетики – это профессионализм и коллектив. Поэтому ничего не меняем, работаем в нормальном режиме, все отлажено.